Тверские студенты приняли участие в акции «Донорское совершеннолетие». Она приурочена ко Дню российского студенчества 25 января. Многие сдавали кровь впервые. Пополнить базу крови могли те, кому уже исполнилось 18 лет. Подробности у нашего корреспондента. Несмотря на сессию, эти студенты пришли помочь, сдать кровь и спасти чью-то жизнь. Среди тех, кто решил безвозмездно стать донором, студентка Тверского медицинского колледжа Ниса Сотникова. Первый раз девушка хотела сдать кровь, когда училась на первом курсе, но тогда из-за низкого гемоглобина ее не допустили. И вот во второй раз все получилось. Мне интересно начинать что-то, в принципе, новое. Я очень давно хотела, но, увы, гемоглобин не позволил. Поэтому вот прошло 2 года с тех пор. Группа крови разная, и не всегда можно найти донора, поэтому почему бы и нет, если есть такая возможность. Акция «Донорское совершеннолетие» федеральная. В ней принимают участие студенты вузов и СУЗов. Для Валерии Михайленко из Тверского медицинского университета это уже 4-й раз, когда она становится донором. Ну, вообще не страшно? Нет. Уже привыкла. Ну, то, что это очень важно. Можно помогать людям. Потребность донорской крови в Тверском регионе всегда стабильная. Однако главное, чтобы база всегда пополнялась. Поэтому и проводятся различные акции, чтобы привлечь молодежь для столь нужного дела. Кровь может понадобиться в любой момент. Ведь за каждым особенно несчастным случаем чья-то жизнь. Мы всегда плотно работаем с ребятами, которые впервые приходят, потому что мы заинтересованы, чтобы они потом участвовали в дальнейшем в донорских акциях, чтобы становились постоянными донорами, потому что постоянный донор, он по-другому относится к своему здоровью. Он знает, что можно, что нельзя перед донацией. Ну и вообще цель акции – выработать такое положительное отношение к донорству у молодежи. Помощь в данной ситуации может оказать только человек человеку. И делать это бескорыстно – это большое благородное дело. К слову, сейчас в Тверской области проживает 4780 почетных доноров. Они помогают, когда требуется определенная группа крови, и ее нет в донорском банке. А как отмечают на Тверской станции переливания крови, молодежь тоже активные участники донорского движения. Если судить по охвату донорством, то у нас где-то 25-30% первичных доноров в нашем долголетнем статистическим наблюдением. И это, в общем-то, хорошо. Это говорит о том, что у нас вот донорский контингент, он обновляется. И, в общем-то, на смену людям, которые заканчивают свою деятельность в донорстве, приходят новые молодые ребята, которые в дальнейшем проявляют свои вот эти замечательные качества. По прошедшей акции тверские студенты могут гордиться своими уже взрослыми поступками. А те, кто впервые сдавал кровь в 18 лет, получили свидетельство о донорском совершеннолетии.